Автомобильные права продлят на 3 года. Это коснется лишь тех, чей срок истек или истекает в этом и в следующем годах. Такое постановление опубликовано на официальном сайте МВД. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса. Нововведение затронет водителей личного транспорта и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.